Шалений темп життя, турботи, стреси, виснаження та постійний брак часу на те, щоб просто подбати про себе. Ми всі прекрасно знаємо, як на наш організм впливають різні фактори і розуміємо, наскільки цінно нині бути здоровим, перебувати в тонусі, наповненим силами та позитивною енергією. Про найцінніше, що в людини є – це здоров'я, говорили у Рівному під час зустрічі з представниками компанії LifeMax. Вона займається виготовленням унікальних препаратів, вітамінних спреїв, що насичені найкориснішими та найпоживнішими для людського організму речовинами. Американська компанія уже успішно зарекомендувала себе у 40 країнах світу. Пощастило познайомитись із унікальною панацеєю здоров'я і мешканцям та гостям нашого міста. Ми команда «Синергія», ми продвигаємо продукт компанії LifeMax – вітамінні спреї. Самый легкий путь здоровья. То, что отличает этот продукт от того, что люди применяли, использовали раньше, это то, что здесь другая форма приема. Сублингвально. Что такое сублингвально? Это когда спрей используется под язычную область. Когда спрей попадает под язычную область, то он проникает через слизистую оболочку сразу в кровь. И поэтому очень хорошая концентрация вещества и очень быстро попадает в ткани там, где это нужно, попадает в клетки всех органов и систем. Цей препарат має не лише зручну форму застосування, але й натуральний склад, що не спричиняє жодних протипоказань. Продукт полностью натуральный, он изготовлен и экстрагированы эти вещества из давным-давно известных компонентов. Например, я перечислю их такие. Ягоды амалаки, ягоды годжи, алоэ вера, черная смородина, сок нони, сок мангостан, дерево юхимбы, это дерево, которое известно своими свойствами, как афродизиак, которое повышает тонус там, и сексуальную привлекательность. Также китайский лимонник, женьшень. Это все входит в состав этих спреев. Представників цієї компанії з легкістю можна назвати цілителями або чарівниками. Адже результати, які демонструють люди після прийому препаратів LifeMax, просто вражають і можуть переконати навіть найбільш недовірливого споживача. До Рівного на тренінги та семінари приїхали представники з Росії, Білорусі, Києва, Дніпра, Одеси, Львова, Закарпаття, Хмельницького. Усі вони буквально зачарували зал своїм позитивом та запальною енергією. Кожен з них має свій досвід знайомства з препаратами та свої враження. Так вот через интернет я познакомилась. Я захотела попробовать на себе, конечно же, в первую очередь проверить, правда это или неправда. Вот. И я получила вот, то есть, ну, как бы я молодая, ну, здоровая, то есть у меня особых проблем по здоровью не было, да, ну, я как думала. Вот. Но оказывается, была одна такая проблемка, которой, ну, не хочется говорить. Но, наверное, я скажу, потому что многие стесняются об этом говорить, особенно молодые женщины, молодые мамочки. И если бы мне сразу сказали, что вот этот спрейчик маленький решает вот эту проблемку, я бы, наверное, ну, сразу бы попробовала, потому что я бы знала, что да, это мне поможет. Так вот, это снижение было сексуальной активности после рождения ребеночка, ну, как многие знают, и там муж хочет, а я голова болит, не трогай меня, уйди и так далее. И когда через 2 недели мой муж был счастлив, наконец-то, вот, и я получала кайф и удовольствие, и это прилив энергии, сил, то есть я начала бегать по утрам, просыпаться, у меня раньше я спала в обед постоянно, а тут перестала, то есть не хочется мне спать, энергия просто плещет, вот так, мужчины делают комплименты, понимаете. Ще одна представниця компанії, пані Веста Садоченко із Києва, розповідає, вона довго шукала альтернативний спосіб бути здоровою. Жінці вдалося перебороти виразку та гастрит і значно покращити своє самопочуття. Не очень, безусловно, верилась, потому что, когда тебе говорят, все лечит, хочется сказать, ну, говорите вы мне, не мешаете. Поэтому я, наверное, суток трое после того, как мне дали первую информацию, просидела в интернете и искала подтверждение. И я сидела и смотрела даже на казахском языке, ничего не понимая, но когда человек со слезами на глазах говорит и показывает фотографии ДЦПшного ребенка, и ребенок, который уже стоит, который кушает, то есть это дорогого стоит. Ну и безусловно, поскольку альтернативы не было, я решила попробовать. На сегодняшний день со здоровьем все хорошо. Я могу сказать, что я достаточно успешна в компании, чему я очень рада.
приехали мы сюда с огромным посылом, который хотим донести не только до равенчан, но также до всей Украины, потому что, знаете, до слез, наверное, хочется сказать, люди, есть возможность быть не только здоровыми, есть возможность также и поправить свое финансовое положение, знаете, вот так, так сказать, вылечить дистрофию кошелька, которая сегодня присутствует у многих украинцев, и также быть здоровыми без лекарств. Унікальний ефект препаратів Life Max підтверджують лікарі з великим стажем та досвідом роботи. Цікаво, що спрей не є лікувальним препаратом, але він очищає організм на клітинному рівні та насичує необхідними мікроелементами та вітамінами, які допомагають боротися з хворобами та різними патологіями. Когда мы начинаем принимать спреи, начинается работа именно с клеточного уровня. Да? Наш спрей Вератрол, он обладает таким свойством ощелачивать организм. И идет чистка клеток от паразитов, от вирусов, грибов, бактерий и от крупных паразитов, глистов. На самом деле наша иммунная система и вообще наш организм – это уникальный саморегулирующий организм. Да? Ему надо, может быть, иногда немножечко помочь. Его наказать. Кормить надо, его почистить надо, дать ему водички. И он сам заработает как часики. Что делают наши спреи? Они ощелачивают организм. А в щелочной среде не живут многие вирусы, бактерии, грибки. Они погибают. Водичку мы должны пить для того, чтобы вывести токсины из организма. Продукция Life Max представлена у 4 спреях – мультивітамін, Вератрол, Віталіті та Слім. Кожен препарат містить свою дивовижну формулу здоров'я. Використовуючи їх, люди забувають про численні недуги, слабкості та дискомфорт. Підтвердженням цьому є сотні історій про те, як препарат врятував людей. Почути про це могли і рівняни від тих, хто вирішив поділитись власними результатами та результатами своїх близьких, родичів, друзів, знайомих. Ці історії вражають та говорять самі за себе. Міняла тільки Слім і Вератрол, то деформуючий артроз зупинений повністю, його нема. Але ревматоїдний артроз з мене зняли, поки що ставлю тільки остеоартроз. І, як каже, дуже багато було результатів того, що в мене перестало крутити руки і ноги. Деформуватися тканина перестала. Мені вже 75 років, мене звати Антоніна Бухтіярова, я здесь жила 10 лет ровно. И я очень рада, что я здесь попала и вот перед вами стою. Ну, первый – это результат мой, лично мой. Я за буквально в течение 3 недель я избавилась от, я не знаю, как это заболевание называется, это, ну, вздутие было ужасное, это очень неприятно. В общем, оно у меня ушло, больше не приходит. Второе – у меня дочь похудела за 2,5 месяца на 8 килограмм. И при том, моментально меняется цвет лица, и вот, ну, черты лица становятся тонкие. Перше, коли я почула про спреї, я, направду, не повірила. Просто багато чого є в світі. Ну, так як у моєї мами була глаукома і 5 операцій, і нічого не помогли, і лікарі сказали, тільки один Бог може допомогти, ми почали на ній експерименти. Коли їй звернули увагу на, коли в неї тиск глазний був 55 і довели до 27, щоб зробити операцію, ми погодились на одну, потім на другу, на третю, поміняли кристалик, це все ми робили дуже довго. І коли ми почали користуватися спреями, вона сказала, я нікому не скажу ні одного слова, поки в мене не буде результатів. Хто її не питав, не приходить, тому що ми ж цікаво самі було, якби стільки результатів по відео бачимо, других людей бачимо, я не скажу ні одного слова. Через 2,5 місяці вона відкрила рот і сказала, да, мені допомагає. На сьогоднішній день, після примінення з вересня місяця, в неї тиск 16-17, норма в оці. То, що я тут стою, це, звісно, в більшій степені заслуга спрею. Я після 2 інсультів. Ну, самое главное, я хочу сказать, что результат я получила уже через 2 недели. У меня упало давление. У меня, я гипертоник с 20-летним стажем. Волнуюсь.
Врачи не могли сбросить давление мне вот после инсультов в течение 2 лет. Никакие капельницы, никакие таблетки не помогали. Через 2 недели после начала приема я попала в больницу. И когда сделали анализ крови, он оказался почему-то шикарным. А у меня было 2-стороннее воспаление легких. Но самое было смешное, когда померили давление, а у меня 110 на 70. Получается, на сегодняшний день я инвалид 2-й группы. Но я сама удивляюсь, что я на таких каблуках. У меня болезнь Бехтерева. И когда мне... И когда мне мой доктор, когда мне дали 2-ю группу инвалидности, сказал, дали 2-ю, дадим 1-ю, я поняла. Внутри в себе сказала, доктор, спасибо, вашим путем я не пойду. Я была на больничном, как раз тоже этот. У меня прокололи преднизолон, диклофенаки, мавалисы, аэртрал обезболивала. Но ничего не помогало, шея вообще не двигалась, вся вот так вот. Харчом, сделали плазмофорез крови, и на руке вот высыпало здесь пятно. Я сходила в поликлинику, мазь назначили, мазала, ничего не помогало. И так смехом. Говорю, ну буду брызгать. Смотрю, оно как-то начало светлеть. Смотрю, начало проходить. Думаю, оба, оно, наверное, работает. Но брызгаю, но все равно не верю. Сразу 3 раза, потом 5, потом 7 начало увеличивать как бы пшики. И первое, что я почувствовала, что я сижу дома, мало двигаюсь, но у меня какой-то нет раздутости, потому что я такая надутая была, казалось, как шарик. Ну и получается, этот я пробрызгала, у меня какая-то легкость появилась. Еще я заметила, что горло утрастану, какое-то содержимое с горла, а то смотрю, посветлело, думаю, точно, наверное, работает. Ну и получается, спреи закончились. Я думаю, ну и что дальше делать? Я взяла, села на сыроедение, потеряла 11 килограмм веса. И понимаю, что надо заказать спрей. А тут узнаю, что тут конференция. Думаю, так, надо поехать. Поэтому я прошу помощи, я хочу быть в вашей команде. Понимаете? Потому что я понимаю, что они работают. Так, під час конференції нарівнян та гостей з інших міст чекало чимало корисної інформації. Кожен міг поділитись своїм досвідом та результатами. Більше того, приєднатись до колективу компанії «Синергія». Стати частинкою тих, хто знає, як дбати про свій організм і готовий навчити цьому інших. А ось більше дізнатись про продукцію Life Max може кожен охочий на сайті noway.ru. Також можна замовити цей препарат із доставкою додому і переконатись, що здоровим нині бути легко. We'll be right back.